Привет, ребята, это исследователь. Вот я снова тут. Отзыв о магазине «Лента». Ну, похож он на Сбербанк. Такое же отвратительное обслуживание. Снимал я про него уже много ролик. Например, желания нету снимать. Я хочу, чтобы просто относились ко мне кое-как. Ну вот в чем суть моих вообще всех роликов? Кое-как, вот на троечку, а мне просто там в харю плюют. Эти там коробки, которые ты передвигают, они сверху, ну складируют товар сверху, ты должен там бегать, типа не мешать. Ты приносишь прибыль, и ты должен бегать, как кусок говна. Ну вот это вот, ну беспокоит. Да цены, пускай цены ставят какие угодно, как бы, мне наплевать. Ну дорого не буду покупать, все. Я сейчас уже 10-й раз, напутаны ценники, на ценнике одна цена, обычно она больше. Но один раз было, что там что-то 50 было написано, бананы продали за 40. Я, когда бывает такое, действительно бывает, но обычно дороже. Помидоры 90, на ценнике было 60. Пробили за 90, они говорят, что там бумажки, ценники не успевают менять. Я это знал, но не сфотографировал. Ценники фотографируйте. И вот дороже купил. Уже не первый раз. Жаловаться куда-то все это бестолку. Они начинают что-то жаловаться, что народу мало. А у меня сил мало, у меня уже здоровья мало на это ебучее государство. Ты ничего нету уже, фактически нету никаких сил. Может быть, там люди работают, устали в этих магазинах, но сама суть-то в том, что это государство нерабочее. Его Сбербанки, эти магазины, Лента. Пускай туда ходит Путин, там, кто Чайка, пускай ходит, там он покупает. Но это, конечно, выдумки мои. То есть, куда ты не придешь, везде вот такое скотское обслуживание, потому что скотское бандитское государство. И тут жалуйся, не жалуйся, оно тебя в порошок сотрет. А потом органы вырежет в Александровской больнице. Ну что ж, буду все равно снимать для общественности. Ну, в ленте, как обычно, с карточками это возня. Скидочные. Мне карточки вообще не нужны. Я их не таскаю. Кое-как мне какая-то досталась. То ли ее купили, то ли кто-то дал. Иногда я ее использую. Но, еще раз повторю, много роликов уже у меня было. Я никому не хочу давать ее. Но кроме друзей. А друзья мои это прогрессивные люди, революционеры. А там всякие шныри, которые бандитов поддерживают. Поэтому, если у меня есть карточка, то нормальным людям можно дать, а бандитам нет. Ну, надо всех делить, ничего не сделаешь. Всем спасибо, пока. Подписывайтесь, и вот я снова не тут уже, а закончил ролик.